Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Бравланд. Давай вспоминать, где мы с тобой остановились. А вот и мы. То есть вот в этом лагере. Денег нету, как говорится, шаром покати. И я вот думаю, что если мы с тобой или сюда. Здесь у нас Босяцкий стоит и кузнец. Давай, наверное, сюда пойдем. Трусливые мечники перешли на нашу сторону. Этого стоило ожидать. Правда, на нашей стороне существа посильнее. Мы закончили оживление каменных големов. Сейчас испытаем их в битве. Значит, вы решили против меня отправить своих големов. Созданный при помощи магии массивный каменный воитель. Нет особых свойств. Ну, раз у тебя нет особых свойств, значит, будешь сейчас получать по полной программе. Так, вначале я, наверное, здесь пропущу ход. Слушай, а мы с армией-то с этой справимся? У нас что-то как-то... У нас что-то как-то мало войск. Сундучок какой-то, я смотрю, тут лежит. Так, если мы начнем, например, обстрел. Ну-ка, поехали. Ага. Ты смотри, 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 как испугались они моего лучника. Так, будь добра, родная, хильни. Шикарно. Так, если я, например, метнуть не можем, да? А если я встану сюда, метну, и еще и кольну. Вообще чутенько. Сейчас мы еще вот так вот рубанем. И плюс, нет, вот сюда, наверное. На тебе. Крестьянин слабоват будет, вот что я тебе скажу. Но он держится молодцом. Так, давай еще разочек вот так вот. Ага. Поджог сделал. Он сделал поджог. Так, выходим. Выходим сюда. Упал голем. Так, дай-ка я посмотрю, что тут в сундуке. Ох, 80 монет нашли. Слушай, это хорошо. Ты посмотри, что голем творит, а. Наверное, я сюда стрельну разочек-другой. Поджог на крестьянинов. Ты посмотри, а. Кого нам зарядить? Давай так делаем. Есть. Хотя бы двух крестьянов мы с тобой вернули. На. Рыцарь, не вздумай помирать у меня, родной. Ты должен затыкивать просто-напросто этих всех прислушников зла. Молодец, крестьяшка. Я в тебя верил. На, что-то сразу пужанулся. Кольнули. Так, блин, все, больше оживлялки нет, к сожалению. Огненная стрела, а почему бы и нет? Шикарно, я думаю, да? Шикарно, конечно. Так, завалим. А этот говорит, а сколько, интересно, действует у нас поджог? Два хода, наверное, да? На тебе. Ты посмотри, жучара, что творит. А давай кольнем. Нет, мечник хорош, но их мало, ребята. Их очень мало, у нас всего лишь две штуки. Надо будет нам как-то докупить, наверное, армию. Так, ну что, все у меня ужили. Награда 438, ребята, монет. А это очень круто. И смотри, что у нас с тобой открылось. Здесь кузнец. Здесь, блин, вот этот яростный чувак. Лучше на него не нападать. Пойдем-ка мы сходим с тобой по магазинам. Подожди, давай сюда. Сюда зайдем. А вось там что-нибудь да найдется для нас. Так, купить. Это что за накидочка у нас такая? Нет особых свойств. Дает одну защиту и одно интеллекта. Ты знаешь, на самом деле не очень там не хочется. Мне бы что-нибудь посущественнее, а лучше, конечно, мне прикупить бы армию. Да, можно было бы еще, сколько там получается, две штучки взять, и было бы у нас по фулке. Сюда я пока до сих пор, друзья мои, не собираюсь идти. А здесь у нас что, можно и крестьянина нанять, и бандита, и стрелка? Так, точно. Замечательно. Ну что, давай-ка мы, наверное, пойдем к кузнецу.
чертовы мечники. Они не смогут вечно прятаться в своей башне. А, это похоже их дружки. Думаю, я одним ударом вколочу этих олухов в землю. То есть он нас попутал. Одним ударом он вколотит нас в землю. Я знаю, что у него есть молния. Это очень-очень страшно. Молния наносит офигенный урон. Так, мечник. Крестьяшка. Так, и вот сейчас мы с тобой должны, наверное, как можно больше нанести урона именно. Или у кузнецов здесь нету? Слушай, ну если у них нету здесь атаки, это будет хорошо, конечно. Именно когда они посохом бомбят. Я вот об этой атаке говорю. Твою налево, тут все перегородили нам. Так, сейчас мы с тобой все это дело посмотрим. Одна энергия. Ну и что я тут с одной энергией сделаю? Да ничего, пропускаем тупо ход. На тебе. Все-таки есть молнии. Все-таки, друзья мои, молнии есть у них. Куда ты лезешь-то? Че, метнем ножичек? Метнуть ножичек не получится, надо сюда вставать. Метнуть. На тебе. А ну-ка. Ничего себе, по башке он получил очень жестко. Ну, мечник против, я смотрю, кузнеца вообще рулит. Так, заколем? Нет, не получилось добить его. Хорошо, сейчас. Замечательно. На тебе. Добиваем. Так, а здесь мы сделаем вот так вот. Промашку дал. Чух-чух. Давай, родные мои, бомбим. Так, крестьянин, вперед. Стреляем. На тебе. Ну, чем дальше у нас стоит, как говорится, цель, тем меньше получает она урона. Это еще, как говорили, в школе мастерства, да, боевого. И добивка. Все, друзья. Награда в 370 монет. Итого 344, потому что еще вышли у нас за отхил. А тут, наверное, нанимать мы сможем, да? Мы построили этот форт уже давно и несколько десятков лет занимаемся охраной караванов. Здесь мы тренируем лучших мечников и можем научить их нашему коронному удару с оглушением. Ох ты, у них есть коронный удар, оглушение. Мне бы хотя бы прикупить еще одного, будет три. И вот теперь дилемка, ребята. Либо нам пойти сюда, либо пойти сюда. Я, наверное, все-таки пойду разберусь с кузнецами. Мы давно хотим открыть свою кузницу, делать мечи и доспехи. Но на все это нужны деньги. А где их взять, как не у зазевавшихся путников вроде тебя? Они решили, думают, сейчас на халявку что ли получат? Халявка, знаешь где, я тебе скажу, парень, она в мышеловке. Три мечника, это уже радует, ребята. Потому что мечники действительно хороши. Так, ну что, ты посмотри, а, бомбит откуда. За километр стоит и наяривает. Ну ничего, ничего. Давай, радость моя. В кого он там... Ага, сюда. Вернули. Промашку дал. Ну что, давай-ка мы, наверное, с тобой сделаем следующим образом. Встанем сюда, метнем ножички. И все, я больше ничего не могу сделать. Метнем ножички. Так, бомбим сюда. На тебе. Тут можно просто вот сюда встать. Под защитку. Ну давай сюда. Вот то, что они, конечно, здесь нас окружили, это не есть хорошо на самом-то деле. Я тебе даже больше скажу, это вообще нехорошо. Ну-ка. Четыре. Добьешь? Красавчик. Так, хиляем кого? Не надо было.
Не надо было нам хилять крестьян. Надо было что-нибудь посущественнее. Блин, а вот против магов мои рыцари вообще что-то как-то не особо сильны. Согласись. Так. Этот лучник будет меня сейчас нервировать, что ли? На, со спины. На тебе. Ёк-макарёк, серьезно, что ли? Мечники, мечники. Нет, надо им прокачивать, друзья мои, оглушение. Стоит это 600 монет. Так, ну что, лучник, вот ты остался и один. Рейнджер. На тебе. Так, промашку дал. Ну что, я думаю, добьем его сейчас. Готов. Так, 630 и 486 осталось всего лишь. Вот теперь сижу и думаю, стоит ли мне вот сюда идти. Или купить еще одного мечника. Он стоит 300, заклинашка стоит 600. Все, фулка. Я даже не знаю. Хм. Так, отлично, ребята. Крестешек у нас полный боекомплект. Ну что, пойдем, это у нас идет типа босса, я так понимаю. Тут какой-то меч охраняется. Давным-давно великий мастер выковал искусный меч песков и поместил его в камень. Мы искали меч долгие годы и наконец нашли, но вытащить его не выходит. Неужели ты и вправду думаешь, что мы позволим какому-то проходимцу попытать счастье и забрать этот меч? Да? Да, именно на это я и хочу сделать акцент. Яростный воитель, ценящий звонкую монету. Да, значит, вот так вот. Ценящий звонкую монету. Сейчас мы посмотрим. Так, слишком быстро бежите, охламоны. Слишком быстро бежите. Крестьян, блин, я не знаю, подставлять что-то неохота, если честно, их под этот удар. Хм. Слушай, я что-то не уверен, что мы здесь вообще сможем. Чего? Оу, друзья, по-моему, тут... По-моему, мы тут проиграем. Может быть, нам убежать, пока не поздно. Так, вы хотите? Да, я хочу покинуть поле боя. Это не вариант, друзья мои. Видя ваши старания, бойцы собрали для вас 20 монет из личных сбережений. Усильте вашу армию. Это у нас типа как мини-босс идет. Ясное дело, ребята, мне его не одолеть. Пойдем-ка вот сюда сходим. Волки выследили нарушителей. Оружие к бою, нельзя им дать пройти к замку. Вы думаете, что это вы нашли нас? Скорее, это мы вас нашли. И теперь это ваша большая проблема. Это уж точно. Матерый волк, повидавший многое за свою жизнь. Угу. Матерый волк. Армия какая-то у меня маленькая, если честно. Очень маленькая. Я даже двигаться не буду никуда. Не хочу просто. Вот так вот сделаем. Как же я обожаю этих мазил, которые не могут ничего сделать. Попасть даже не могут. Ать. На тебе. Ну, я надеюсь, если что, мы с тобой химнуться-то успеем, да? Готов. Яростный мечник, да, значит? Давай стрелять. С критом. Я
Если у нас денег не будет на оживление, ребята, то всю армию восстановить тогда не получится. Упал. Ага, не могу, надо отойти. Так, что сделаем? Ну-ка, не добили. Стреляем сюда. Еще разок. Надо было хильнуться, правда. Тыкай его. На тебе. Крестьянин не упускает возможности, да, наказать. Так, не забывай, что у нас есть заклинаха еще. Хиляем. Кого? Крестьяшек. Их должно быть 20, а у меня уже их 15. На тебе. Победили. Так, друзья мои, по-моему, уровень сейчас получим. Атака дух. Увеличивает запас ярости. Ярость мне как бы не нужна. А вот атака, пожалуй, пригодится. И что мы видим? Что тут у нас такое? В песках вы обнаружили древнюю статую. Это еще один древний памятник. Судя по надписям, он посвящен королю Ромалу, прославившемуся своей стойкостью. А вы получаете новую силу — доспехи ярости. О, доспехи ярости. Нормально, спасибо. Так, и сразу тут противники стоят. Мы можем пойти наказать голема, в принципе, да? Как же мне вот с этим-то, а? Охламоном победить? Денег катастрофически не хватает. Просто, ребят. Ну что, я, наверное, пойду наказывать голема. Наверное, в первую очередь его. Человек, крушить, ломать. Ого, похоже, эти отбились от своих хозяев и теперь уничтожают все, что видят. Отбились от стаи. Что у нас? Големы стайные стали, что ли? Не пойму. С каких-то пор. Ага. Кучкуются. Ну что ж, давай. Покучкуемся. Хорошо пошло. Нифига. На 109 критовка вышла. Так, вот здесь, блин, как ты не вовремя, крестьянин, стоишь-то там. Давай вот сюда пройдешь, кольнешь. Куда ты? Что ты делаешь, а? Броня. Ярости. Ну, трындец, заблокировал это. Лечнику вообще ничего не делать. Бедные там крестьяне вот лупят со всех сторон. Смотри. Немножко резанем. Да, со спины лучше всего бомбить. И мечник хотя бы здесь у нас поучаствует в поединке. Все, переключились. На тебе. Угу, отойди. Упал. Тыкай. Слушай, ну неплохо он получает урона. Именно от нашего мечника. Так, уложим. Все, один баньки упал. Второй. И третий. Да, потери 6 крестьян и 4 убийцы. Да? Так, что у нас тут? Когда-то в этих местах тренировались пилигримы, но люди Аракина их всех разогнали. Впрочем, кое-что осталось из их запасов. Просто взгляните на ассортимент моего магазина. Ух ты. Плюс 10 урона к следопытам, а это... Плюс 2 магической защиты целительницам. Заманчиво, но опять же деньги, ребята, все это стоит.
Так, мне надо, наверное, вот с этими ребятами сейчас драться. Ну, прежде докупим. Так. Все. Денег у меня больше нету. Так что давай-ка перейдем сюда. Что они тут будут сейчас мне втирать? Испепелители готовы к сражению. Еще бы вы не были готовы. Столько лавового эликсира на вас извели. В бой! Немедленно! Испепелители, говоришь? Воссозданный из камня и лавы исполинский воитель. Магический удар возрождается после смерти. Что за выкрутасы, я не понял. Какой еще возрождается после смерти? Я возрожусь. Так, это же у нас... Я не помню, это маги, по-моему, да? Да, это маги. Это плохо. Ну что, погнали. Фига себе, влупил. Ничего пока не будем делать. На тебе. Да, без... блин, опять этот поджог сделал, а? Вот вы жуки. Так, один остается исполинский. Блин, они крепче, чем те обычные големы, ребят. Вот, вот он, обычный голем. Эти еще раздражают. Есть, минус один. Дай-ка я, наверное, прижу еще вот этого вот. Достал он там из-под тишка бомбить. Так, что у нас есть? У нас есть 10 заклинаний. Броню я поставлю, наверное, сюда. Добьешь? Красавчик. Так, прижучили мы его. Он отсюда уже никуда не убежит. Добиваем. Этому крышка. Мы его зажали здесь. Крепко причем. Ну-ка. Нам не обойти, ничего не сделать, да, получается? Минус. Сделаем следующую. Огненная стрела. На тебе. Тут только пропускаем ход. Тюф. Ага. Есть все-таки куда тебе убежать, да? Ну и зачем мне эти сапожки? Ну тут тупо пропускаем, ребята, ход. Нужен дальник. Все. Так, 470 монет. Что они... Что дальше у нас будет происходить? Ох ты. Ох ты. Че он там трется, а? Скажи мне на милость. Ну-ка пойдем проверим. И кому охота тащиться в такую даль к этому алтарю силы? Он уже давно не работает. Хотя, если вы идете к нему, то наверняка знаете больше, чем кажется. Пожалуй, стоит покопаться в ваших личных вещичках. Может, найдем парочку древних манускриптов. Маги. Так, это маги, ребята, разбойники. С большой дороги. Ну что же. Они решили покопошиться в наших вещичках. Да-да-да-да-да, бандиты. Свистоплясочка у них, на тебе. Так, пока мы не будем ничего здесь делать, вот так вот. Оп. Нифига, скритака, хорошо, хорошо было, ребят, сейчас. На. Так, крестьянин пока постоит здесь. Не будем его лишний раз трогать. А вот... А, у Инны стрелы нету. Есть ботинки.
Ну, пускай здесь у нас будет это ускорение. Вылупляем. Крестьянин уже не жилец, это факт. Вот и все. Так, лучник. Или что, ускорение? Все равно не хватает. Ладно, пускай хотя бы заслонит с собой, да? На тебе. Поджог сделал, а? Прям со спины отличный был удар. На 130. Оно того стоило, друзья. 130, 110. А добивка. Так, остается маг огня. Или как их там звать? Это же не маг огня, это... Как же их там... величали-то? Служители, по-моему, да? Маг огня, он немножко по-другому выглядит. Это служители огня. Маг огня, вот он. Вот это вот, да, действительно, это маг огня. А это так. Что мы здесь с тобой получаем? Старинный обелиск атаки. Что если положить руку сюда? Обелиск дает вам плюс один к атаке. 977. Слушай-ка, мы с тобой можем, кстати, прокачать. Ну, не прокачать, а купить вот этот вот удар оглушающий. Вот так вот. Слушай. А вот теперь вопрос. Смогу? Не, вряд ли я смогу этих одолеть. Давай-ка сюда пойдем. Ну тут трындец какой-то. Магистр стоит. Жалкие жители равнин пожаловали прямо к моей обители. Вы, неучи, правда думаете, что у вас есть шанс? Ты повинен в нападении на наши деревни и понесешь наказание. Конечно, повинен. Моим воинам и магам нужно все больше припасов. Мы уничтожим тебя и остановим набеги на все окрестные земли. Глупец, ты просто не знаешь, с кем связался. Это что, последний чувак, что ли, у нас получается? Великий ужасный огненный маг. Босс. Так. Это у нас, друзья, босс. Давай, крестешка, выходи. По-моему, он делает... Если мне не соврать, массовую атаку. Так, кто там ходит? Ага. Да зачем мне беготня эта? Беготня мне не нужна. Эх, поджог сделал. Давай добьем этого рыцаря. Нормально. Со спины, из-под тяжка. Она тебе вот так вот. Пробей. Вот, я же тебе говорил, что он метеориты эти выпускает. Давай я так сделаю. Хилки больше нет, да, пока? Так, этого голема еще нужно как-то наказать. На тебе. Пойду-ка я вот сюда вот встану. Ты заколебал, эй. Сколько там, не видно, сколько мы с тобой оживили. Слушай, ну крестьяшки неплохо бомбят, кстати. Беру своим количеством. Ну-ка. Ага. Так, смотри, жук, что делает. Да ты запарил огнеплюй, а? Так, этот же у нас наверняка еще... Что сделает? Он погибнет и воскреснет. На тебе. Так, он уже... Блин. Ага, лечения больше у нас нету, к сожалению. Вот он.
Дай-ка ему... На, вот так вот. Надо будет в следующий раз попробовать его оглушить. Сейчас того подходим за жучим. Бежим. Так, вот у нас удар. Ага, вот он, ребята, встань. Беззащитный наш. На. Ножи, ножи бросим. Вот и все, ребят. Сосунок. Возможно, вы и смогли одолеть меня, но вам не разрушить наши планы. Когда король узнает, как погиб его верховный маг, говорить с вами будет холодная сталь горной империи. С теми секретами магии, что я сумел добыть, король Сигурд сможет захватить все земли до самого западного побережья. Сигурд? Разве горная империя еще существует? Конечно, глупцы, король силен, и все это время он восстанавливал могущество империи. Наследие ледяных королей будет восстановлено. Жаль, я не смогу увидеть, как Сигурд уничтожит ваши отряды. Получается, рейды на наши земли лишь часть плана по созданию великой армии. Заполучив припасы и магические артефакты, Сигурд начнет полномасштабную войну. Но, возможно, еще не поздно остановить его. Вперед! Так, ага. Это еще кто такой у нас тут стоит? Аракин держал нас в подвалах, требуя, чтобы мы служили ему. Но наша гильдия стрелков никогда не прислуживается перед негодяями. Мы слышали, что вы отправляетесь в северные земли, чтобы отыскать хозяина Аракина. Наш отряд с радостью присоединится к вам. А я с радостью вас возьму, арбалетчиков. Так, конечно, освободить место. 100% арбалетчики будут лучше. Это как пить дать. Но у нас еще есть один вид войск, который мы еще не открыли. Так, 661 монетка у меня. Пойду-ка я, наверное, прикуплю. А сейчас посмотрим, что у нас тут есть на прикупку. Во. Армия фул. Так, давай-ка мы, наверное, еще и жрица возьмем. Сколько там? О, жриц можно брать много. Все, ребят, всех купил. И, кстати, уровень у нас светит. Блин, вот эта вот музыка, ребята, которая сейчас играет в игре, знаете, что мне напоминает? Возможно, никто из вас не играл в Lineage самые-самые старые версии. Вот там что-то было похоже, такая вот мелодия, на какой-то из локаций. Или в заставке что-то там. Ну, припоминает точно, что-то такое было. Так, ладно, друзья мои, у нас с вами волки впереди. Там замороженный сундук, хотелось бы его получить. В этих местах водятся опасные звери, говорят, кое-кто даже видел снежного человека. Это все сказки для детей. Я сам пугал мелюзгу этими россказнями. А что-нибудь о заколдованных ледяных волках приходилось слышать? Ха. Ой, не нравится мне эта зверюга. Крестьянин. Снежный волк, обитающий в горах. Крестьянин сразу наложил в штанишки. Правильно испугался. Его можно понять. Так, ну что, волчара, иди сюда. Сейчас я буду с тобой разбираться. Так, я не помню, что у нас делает, как стреляет арбалетчик. А, теперь кажется... Что? Это он делает заряд? Типа, да? Ну-ка. На тебе. Фига себе, волки эти бомбят. О-ля-ля. На тебе. Посмотрим. Ух, слушай, неплохо он бомбит. Неплохо, я тебе скажу, бомбит арбалетчик. Ну да, единственное, что он пропускает ход. Но зато три выстрела, это вообще топово. Что, так, наверное, сделать лучше?
Минус. Минус. Так. Ай-яй-яй. Ну, арбалетчик дает отпор. Дает, молодец, красавчик. Так, отойди. Стрельни. Ага. Можно было бы, конечно, оглушить. Что-то я про оглушение постоянно забываю, что у нас у рыцаря есть удар, который оглушает противников. Вот и все. Кстати, уровень, по-моему, да, получим сейчас. Так, дух и стойкость увеличат сопротивляемость физическим атакам. Да. Ох, твою ж налево. Сколько тут еще будет, а? Ты посмотри. Тут еще будет прилично у нас, по-моему, контента. Так, ну что, давай вот сюда пойдем. Тум-тум-тум. Каменная башка ногам покоя не дает. Опять эти каменные големы, в который раз доставляет нам столько проблем. Да не говори-ка. Да их тут мало, господи. Сейчас мы их тут быстренько чик-чик и все. И делов на копейку. Хотелось бы мне очень много мечников вот этих вот. Так, сделаем. Так. А волков 8, да? Блин, ну ладно, давай сюда встанем, фиг с ним, прикроем. Крестьяне, давай, прикрывай. Ну-ка. Шикарно. Големов аж 6 штук. Блин, опять забыл про... про удар, про этот... Ты посмотри, куда лезет, а? Итого 3. 2. На тебе. Пока волчара будет оглушенным, это даст нам некое преимущество. Големчик готов. Так, хильнем. Кидай ножи. На тебе. Сейчас мы этого голема тоже накажем. Блин, шикарный арбалетчик, кстати. Добьем? Отлично. Блин, туда нам не пройти, к сожалению. Перегорожен путь. На тебе. Так, еще. Ну, тут придется просто вот стоять в сторонке и наблюдать. Е. Так, 492 монетки. Что это у нас тут такое? Похоже, это обелиск духа. Наверняка его возвели монахи, что медитировали в этих горах. Обелиск дает вам один к духу. А что такое дает один к духу? Дух это что вообще? Один к духу. Блин, у нас ни одной брони нету. Хм. Кстати, подожди, а где-то у нас... Не вот здесь ли торгаш-то был, который, помнишь, говорил, купить у него там что-то можно было? Я имею в виду и шмоток. У нас нет брони, нет... О, это что у нас? Пояс. Куплю я, наверное, пояс. И одену. Так, а вот это старый меч. Он дает нам плюс 1 к атаке. Его даже продать-то нельзя. А этот что дает? 2 к атаке плюс 10 урона следопытам. А следопыты, ребята, это те самые ассасины. Надо будет брать. Надо будет брать этот меч. Потому что тут вообще у нас самый-самый изначальный. Никак... Слушай, а почему я не могу сюда зайти, а? В этот замок. Эти земли во владычестве короля Сигурда. Лишь по милости его величества, вы еще не попали в рабство. И не гнете спину на шахтах. Дружелюбие в этих местах не в чести. Что ж, тогда поговорим на их языке.
Согласен. У нас язык будет короткий. Навалять, как говорится, и все. Куда ты там разогнался? Так, пропустим. Нет, наверное, сразу будем бомбить. Ага. Свистопляс, да? На-ка тебе. Так, обмечник, обмечник сейчас будет оглушать. На тебе. Крестьянин. Куда ж ты убежал-то, а, гаденыш? Кто ходит? Ходит, ходит, ходит. Давай так сделаем. Я его добить должен. Это пока оглушен, его можно не трогать. Под дых получил. Крестьянин, бери. Ай-яй-яй. Да, надо было, конечно, нам, наверное, заряд сделать. Ну-ка, добьешь? Молодец, красавчик. Этому кольни, пожалуйста. Укольчик, так сказать, сделай. Есть. Ну что ты там? Ничтожный рейнджер. Чик-чик. Угу, погнали. Девяточка. Так, сейчас, 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 сейчас. Семь. Что-то мне подсказывает, что он уже ничего сделать не сможет здесь. Пока. Ну, неплохо. Так, а здесь у нас что за статуя? Статуя короля Торвальда. Он всегда славился своим умением воодушевить людей. Амулет опять светится. Да когда ж это прекратится-то? Вы получаете новую силу воодушевления. Оу, там варвары северных земель появились. А мы как раз этот сундук с тобой, видимо, и возьмем. Ну что, друзья мои, давайте мы с вами на этой ноте сегодня закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!